Всем привет! Ну что, продолжим с вами далее знакомиться с тенями Джеффри Стар Бладлас, вот с этой вот красоткой. Просто обалденная упаковка этой палетки, обалденные тени внутри. Ну, просто невероятная палетка. И я сегодня уже представляю, какой макияж себе буду делать. Однозначно воспользуюсь вот этими вот шиммерами, не знаю каким оттенком. Возможно, и два этих цвета я возьму в этот макияж. То, что я представила в своей голове, то, по идее, макияж очень легкий в исполнении будет. Но посмотрим, подойдет он мне в итоге или нет. Давайте сразу же приступим. Так, первым делом, что нужно сделать, это приблизить вас немножко и нанести базу под тени. Сегодня я воспользуюсь ради интереса другой базой от марки Luvia. Вот в такой вот очень красивой упаковке. Получала эту базу, мне кажется, в коробочке красоты Glossy Box. Я думаю, вам вот так вот видно, да? Нанесу эту базу и потихонечку будем перебираться к теням. Эти волосы уберу. Девочки, я вам в прошлом видео сказала, что у нас еще не лето. Но такое ощущение, что потихонечку лето приближается. Сегодня солнечная погода. Птички поют. Просто обалденная погода. Настроение буквально меняется с такой погоды, как только солнышко выглядывает. Я, конечно, люблю пасмурные дни, дожди, но тем не менее это касается только каких-то определенных дней. Конечно же, если в течение там 10 дней только пасмурные дни будут стоять, естественно, мне тоже это надоест. А так, я, конечно, люблю, когда дождик идет за окошком, и я нахожусь дома под теплым пледиком. Вот. Так, базу нанесла. И сейчас надо будет припудрить. Я забыла принести. Давайте воспользуюсь пудрой, которую у меня здесь в косметичке. Я косметичку с собой принесла, а остальное нет. Возьму вот эту вот пудру и припудрю ее. В принципе, не важно, чем припудривать. Главное припудрить веко, потому что я надеюсь, на этой пудре тени Джеффри Стар будут раскрываться, потому что есть такой момент, я заметила, что на некоторых светлых оттенков теней или пудр уже тени последующие немножко не хотят раскрываться, некоторые. Так что тут нужно быть аккуратным в том, с чем вы припудриваете. Лучше, конечно, если бы у Джеффри Стар такой оттенок светлый был. Все-таки одна текстура теней, и лучше использовать, когда действительно, у них формула одинаковая. Надеюсь, эта пудра мне не запоганит создание макияжа. И первым делом я воспользуюсь оттенком Royal Pain, о котором я в прошлом видео рассказывала и во влоговом видео. Возможно, вы уже видели сравнение этого оттенка с тенями от I Heart Revolution Coffee. Кисточку возьму вот такую вот растушевочную. Давайте посмотрим, как он будет раскрываться. Наберу совсем немножко, потому что не хочу прям сильного пигмента, так как тени эти достаточно хорошо пигментированные. Видите? Очень пигментированные оттенки. И этот оттенок у меня пойдет на складку века. Макияж я буду делать вытянутый сегодня снова же, но в отличие от прошлого раза, я сегодня скотч не стала лепить. Сама буду вырисовывать, что у меня лезет кисточка с Алиэкспресс. Так, кисточка с Алиэкспресс. Как уже говорила в начале видео, макияж безумно легкий в исполнении. Там просто пару движений будет. И смотрите, как классно тени растужевывается. Поэтому тут говорю же, даже это поможет мне создать этот макияж с легкостью и быстротой. Наверное, чуть-чуть добавлю я еще. Как же красиво у нас птички поют именно когда вечереет. А сейчас время где-то, наверное, 3:30. И вот они с этого времени до 8 где-то так красиво поют. У нас здесь деревьев просто очень много. Такие у них голоса красивые, просто обожаю. Обожаю этих птичек.
Следующий глаз оформлю. Видите, настолько легко растушевываются тени. Просто сказка. Они абсолютно не сухие. Какие же они кремовые. Мягкие. Кстати, я сегодня получила очередную посылку с H&M. Два топика себе заказала, и как я была рада, что оба мне они подошли. Такие они красивые. В последующих влоговых видео вы обязательно увидите. И еще знаете, сегодня о чем хотела поговорить? О новой коллекции Джеффри Стар. Я так мельком слышала, и у него палетка теней появится. Я так полагаю, летняя какая-то коллекция. И вы знаете, что я сейчас себя ограничила в покупках, но если меня эта палетка очень-очень заинтересует, и мне понравится там цветовая гамма этих теней, то я однозначно возьму. Вот, допустим, у него недавно вышли однушки, я тоже соблазнилась на некоторые, но потом как-то посмотрела на цену, мне кажется, дороговато, $9, хотя понимаю, что вы получаете там качественные тени, да, и если, допустим, какой-то оттенок вам безумно нравится, вы вот один цвет купите и просто будете наслаждаться годами, да, этим оттенком. Но я поняла, что я лучше его тени буду покупать именно палетками, потому что вот то, что вы получаете, вот смотрите на эту красоту, да, ну вообще, где, в какой фирме вы видели, чтобы из бархата была сделана палетка теней? Ну, невероятная красота, и просто чтобы любоваться этой палеткой на туалетном столике, чтобы она стояла. Я однозначно в будущем хочу приобрести красную палетку, еще вот на голубую засматриваюсь, там очень красивые оттенки, и действительно, если и палетка голубая, то там много нейтральных оттенков, или, допустим, у него зеленая палетка Blood Money, или как он там называется, тоже, если посмотреть, там есть зеленые цвета, но там есть и нейтральные оттенки, так что такая у него универсальная палетка, да, понимаете, что можно и зеленые там сделать макияжи и более нейтральные, вот что я имею в виду. А красные, это, конечно, культ, мне кажется, это, ну, те, кто любит тени Джеффри Стар, наверное, у всех есть эта палетка, ну, кроме меня, потому что я поздно познакомилась с его тенями, долго откладывала покупку, думала, надо, не надо. Ну, потом, видимо, на кого-то наткнулась, кто-то так красиво описал эти тени, что я поняла, что хочу приобрести, и когда получила первую палетку, меня было не остановить, можно сказать, и поэтому я купила вот этот вот Blood Lust, который мы сейчас макияж делаем, и также вот эту вот миниатюрку. Да, вот так вот. Поэтому, как только у него выйдет летняя коллекция, я посмотрю, если меня зацепит там все от упаковки до оттенков, то однозначно буду брать. А если меня что-то будет вот останавливать, то, конечно, не буду покупать. Следующие тени, много уже болтаю, да, возьму High King оттенок. Вот он, High King. И этот цвет у меня пойдет полностью на все подвижное веко. Полностью. Каким бы кистями мне нанести? Давайте я... Нет, эту кисточку я буду растушевывать. Возьму, наверное, вот у меня есть Pro Fusion. Давайте этой кисточкой попробуем. Какой красивый оттенок, посмотрите. Я не думала, что он такой прям фиолетовый будет. И его я полностью, как уже говорила, буду наносить на подвижное веко. Возьму чуть-чуть поменьше кисточку, просто не могу хорошо контролировать здесь на складке. И сейчас возьму предыдущую кисточку, растушую края. Предыдущую кисточку, которому я наносила первый оттенок.
Как-то не ожидала, что этот оттенок не будет вот таким вот интересным, слегка сливовым оттенком, а каким-то розовато-красным, что ли, смотрится на глазах. Поэтому мне это не очень нравится. У меня сразу заплаканные глаза получаются. Поэтому я решила добавить немножко оттенка Vivid Mood. Тут от сиреневой я его нанесла на внутренний угол глаза. Вот тут вот немножко сейчас сделаю то же самое здесь. Наверное, то же самое я сделаю и на внешнем уголке глаза. Ну, конечно, сейчас непонятный макияж. Это всегда так. Лицо не оформлено, реснички. Ресничек нет, можно сказать. Тут возьму, сюда нанесу этот оттенок тоже. Я думаю, многие из вас уже догадались, что мы будем далее делать. Возьмем, конечно же, шиммерный оттенок. Я думаю, что все-таки давайте начнем вот с этого вот светлого оттенка. И я его буду наносить по центру. Но прежде чем, чтобы это делать, я возьму консилер. Давайте, наверное, возьму консилер. Нет, не этот от Марс, возьму консилер. Потому что он более плотный по консистенции. И не будет слишком разъедать мои оттенки. Набираю консилер и наношу его вот так вот посередине, чтобы у меня шиммер лучше раскрывался. Так, консилером я отметила и поняла, знаете, как я сделаю? Сначала по краям возьму более темный сиреневый оттенок, и потом по центру нанесу вот этот вот светлый. Мне кажется, так еще более красивее будет. Давайте посмотрим. Сейчас покажу, каким образом сначала на края сиреневый. Так, с этой кисточкой не хочет работать этот оттенок. Где моя отзаива любимая? Вот она. О, да. То, что мне нужно. Таким вот образом с этой стороны, с этой стороны. Ха, и полностью перекрыла, получается. Уф. Конечно, этот оттенок лучше бы работал с пальцами, но такая площадь маленькая, что с пальцами тяжело будет. И другой светлый оттенок я просто нанесу на пальчик и по центру. Конечно, какого отличия? Я сейчас никакого отличия абсолютно не вижу. Ну, тут еще нужно доработать края. Немножко нужно растушевать здесь все переходы. Набираю этот сиреневый оттенок. Нужно хорошенько вот эти вот края растушевать. Между матовым оттенком и шиммерным, а то некрасиво будет смотреться. Сюда я точно добавлю стрелки. Угу. Стрелки хочется сделать. Кстати, я не договорила про Джеффри Стар. Я у него в Инстаграм в сторис увидела,
то он такие желтые волосы сделал, так ему это идет, конечно. И у меня на мгновение возникла мысль, что палетка будет желтого оттенка. Ну, хотя бы один желтый цвет в этой палетке будет. Интересно, что он такое интересное придумает. Что за летняя коллекция? Очень была бы рада, как пчелка, допустим, да? Тоже бархатное что-то желтое. О, как же это красиво было. Я вообще думала, что у него появится розовая какая-то палетка. Все-таки он любитель розовых. И такого прям, и такой эксклюзивной розовой палетки не было. Есть у него палетка Killer, или как она называется, такой розовой пластиковой упаковки. Она абсолютно меня не привлекает. Но вот хочется что-то такое вот. Все-таки его популярность возросла, когда он создал вот эти интересные упаковки в виде гробиков. Вот красная палетка. Как раз таки. Вот. Так, мне кажется, неплохо все растушевала. Вы знаете, я так поняла, что вот эти вот оттенки лучше наносить на какой-то уже оттенок. Либо, допустим, кремовые тени, там, да, черные кремовые тени, и нанести вот эти, просто шикарно будет смотреться. Консилер мне не нужно было. Надо было просто пальчиком взять и вот так вот нанести, так бы красивее смотрелось, то есть поярче бы, еще ярче бы смотрелось, так вроде тоже неплохо. Говорю же, нужно окончательный образ создать, тогда уже будет все видно. Наберу я на кисточку этот светлый оттенок и нанесу по центру снова. Прям фольгу сделала. Я думаю, с верхним веком я закончила. Сейчас нарисую стрелочки и там уже увижу. Возможно, мне где-то понадобится более темный оттенок. Здесь вот на внешнем уголке. Посмотрю, как мне будет, нравиться или нет. Окончательный результат, когда я все уже лицо буду видеть свое, да? Когда оно полностью оформлено, я имею в виду. Так-то сейчас вообще непонятно, что это такое на глазах. Надеюсь, будет красиво. Ладно, увидимся с вами чуть позже. Для вас это миллисекунды. Ну что, я уже тут. Как можете видеть, на левом глазе полностью уже оконченный макияж. Сейчас я вам покажу все, что я сделала. В итоге мне хотелось что-то более, знаете, спокойное, но получилось все-таки более яркий макияж, вечерний. Итак, первым делом, что я взяла? Оттенок, вот он, не буду искажать, такой вот шиммерный, яркий, и его я нанесла, конечно же, на все нижнее веко полностью. И набираю достаточно много этого продукта, потому что хотела именно темный-темный. Почему-то мне захотелось, чтобы нижнее веко полностью было темным. Сначала я просто отмечаю. Тихонечко, тем более это шиммерный оттенок, то есть очень много блесточек в этом цвете, поэтому может осыпаться. Но при растушевке, конечно же, они рассыпаются, естественно. А без тушевки никак этого оттенка, потому что хочу красивую дымку. Следующий оттенок, который я наберу на кисточку, совсем немножко, вот этот вот цвет, и им я буду растушевывать. Пленочка упала. И также после него я возьму вот этот оттенок. И им тоже буду растушевывать этот же цвет. То есть сначала темным, а потом чуть посветлее оттенком. Не ленитесь тушевать нижнее веко, если хотите красивую дымку. От этого макияж совершенно по-другому будет смотреться.
Далее возьму черный карандаш и подведу водную линию и на нижнем веке, и на верхнем. Теперь снова наберу этот темный шиммерный оттенок, и его я нанесу на внешний угол глаза верхнего века, потому что я поняла, что тут чего-то не хватает. Вы знаете, я очень люблю затемнять внешний угол глаза, поэтому решила добавить этот оттенок сюда тоже. Последний оттенок, который я нанесу на внутренний угол глаза, это вот этот цвет, чтобы немножко придать такой вот яркости моим глазкам, чтобы глазки открылись. Очень красивый цвет. И такой вот окончательный макияж у меня получился. Я результатом очень довольна, потому что изначально мне совершенно макияж не нравился, но потом в конце я доработала некоторые детали, и сейчас мне вот совершенно устраивает этот макияж. Надеюсь, вам тоже он понравился. И мне кажется, сегодняшний макияж действительно соответствует расцветке палетки и с внешней стороны, и с внутренней стороны, как на мой взгляд. Вот. Очень-очень-очень красивые яркие шиммерные оттенки, которые, к сожалению, моя камера не так хорошо передает, но поверьте, в жизни это еще ярче и красивее смотрится. Эти шиммеры невероятно красивые, я надеюсь, что моя камера хотя бы немного передала всю красоту, которую я вижу в жизни в зеркало. Короче, макияжем я осталась довольна, палеткой. Тут у меня просто уже слов нет, я очень-очень довольна вообще всеми палетками, которые я купила на данный момент от Jeffree Star. Только одна упаковка чего стоит в этой палетке. Красота, красота. Очень рада, что я ее купила, тем более говорила вам уже. Отдала я за нее всего полцены. Стоит она у нас 60 с чем-то евро, я отдала 32 евро за нее. На очень удачную скидку попала. Безумно рада покупкой. Напишите, хотите ли еще макияж с этой палеткой. И вот у меня также стоит здесь миниатюрка, с ней тоже, возможно, кто-то захочет увидеть макияж, обязательно пишите. На этом буду прощаться, надеюсь, вам было интересно. Если да, если вам не сложно, поддержите меня пальчиком вверх, и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!